После паузы длиною в год двухколесных железных коней оседлали самые отчаянные любители адреналина. Трамплины, крутые спуски, парапеты, экстремальная трасса полна препятствий. Трюк высшего пилотажа – тейл-вип. В мгновение ока на трамплине спортсмену необходимо развернуть раму BMX на 360 градусов. Некоторых участников в прямом смысле выкидывают с дистанции. Экстремальные трюки требуют максимальной точности. BMX-еры уверены, их технический уровень один из лучших в стране. Уровень, конечно, вырос. Новые трюки, новые возможности. Научились много, очень много. Много трюков, очень хороших, сильных, ну, очень трудных. Самые сложные трюки – это когда вылетаешь с одной фигуры на другую, то есть очень далеко, высоко, нужен контроль. То есть самые трюки – это самые опасные. То есть там нужен опыт и контроль. Без этого нечего соваться. Вторыми в опасную игру вступают скейтеры. Устоять после прыжка с переворотом доски может не каждый профи. Даже самые опытные получают опасные травмы на экстремальной трассе. Впрочем, есть и другая сторона медали. Организаторы говорят, будущее таких зрелищных шоу под большим вопросом. Это самый больной для меня вопрос, потому что уровень, конечно, меняется. Ребят становится больше. Ребята растут как спортсмены. Вот. Но прорыва как такового до сих пор нет, и его, боюсь, не будет, пока у нас не будет полноценного нормального скейт-парка большого. Сегодня челябинские экстремалы известны далеко за пределами области. Мечта многих – пробиться на столичную, а затем европейскую площадку. Но устранить, а точнее соорудить единственное препятствие, пока не берутся даже меценаты. Дмитрий Щапов, Андрей Зинченко, СТС, Челябинск.